Друзья, все вы наверняка видели номер про девочку Гадю, которая потерялась. Внимание на экран. Здравствуйте, дядя. Это Гадя. Гадя, это дядя. Мужчина, я смотрю, вы здесь вроде как главный. Вы не могли бы объявить в микрофон, что потерялась Гадя Петрович Хренова? Что, не скажете? Итак, друзья, на следующий день... Потерялась я. Мама, потерялась я. Здравствуй, Гадя. Ты чего опять стоишь одна на солнцепёке? Потерялась я. А как ты потерялась? Накидалась я. И где ты накидалась? В боулинге. Там за 3 страйка пиво приносят. Вот я и накидалась. Хорошо. Плохо. Я 9 страйков выбила. А где твоя мама? Не знаю. А в чем была твоя мама? В машине. Опять? Нет, Q7. Понятно. Как звали водителя? Не помню. Совсем не помнишь? Помню только последние 3 буквы. Какие? Шот! Ну, давай по старой схеме, по алфавиту. Ашот? Да! Опа! Впервые алфавит не подвел. А как фамилия Ашота? Не помню. Совсем не помнишь? Помню только последние 2 буквы. Какие? Ян. Этого человека мы в Сочи не найдем. Почему? Но мы же не можем заходить в каждый дом. Ладно, давай по-другому. Кем работает твоя мама? Испытателем. А что мама испытывает? Нужду. Но у нас в этом НИИ полстраны работает. Адрес помнишь? Нет, помню только дом. Какой? 2. Дом 2? Да. Мама ушла в дом 2? Да. Мы больше никогда не найдем твою маму. А брата? У Гади есть брат? Да. Родной? Нет. Двоюродный? Нет. Троюродный? Нет. Четвероюродный? Нет. Пятиюродный? Нет. Шестиюродный? Нет. Семиюродный? Нет. Восьмиюродный? Нет. Девятиюродный? Нет. Я настойчивый. 10-юродный. Нет, сводный. Опа. А как зовут сводного брата? Не помню. Совсем не помнишь? Помню только последние 3 буквы. Какие? Итя. Ну, давай по алфавиту, но с конца. Яитя. Нет. Юитя. Нет. Эитя. Нет. Щитя. Нет. Шитя. Нет. Ситя. Нет. Титя. Да! Титя? Да! Твоего брата зовут Титя? Да! Гадя потеряла Титю? Да. А как фамилия у брата? Не помню. Совсем не помнишь? Помню только последние 3 буквы. Какие? ВИЧ. Ну, тут полегче будет. Каганович. Нет. Немирович. Нет. Абрамович. Хотелось бы, но нет. Сэндвич. Нет, спасибо.
Семенович? Да! Семенович? Да! Гадя потеряла Титю Семенович? Да! Я обязательно найду твоего брата. А как он пропал? Мы катались на банане. И что? И Титя выпал. Титя всегда выпадает, когда мы катаемся на банане. Гадя может нарисовать брата? Да. Нарисуй Титю. Я буду заходить в каждый дом. Я обязательно найду твоего брата. Гадя, я, кажется, знаю, что нужно делать. Да. Пойдем со мной. Пойдем. Здравствуйте, мужчина. Вы же здесь вроде как главный. Здравствуйте. Не могли бы вы этот рисунок вывести на экран? Пусть все увидят это. Нет? Очень жаль. Кстати, мужчина, я бы на вашем месте здесь не стоял. Здесь скоро проедет кортеж. Чей? Я сказать не могу. Могу сказать только три буквы. Последние. Какие? Тин. Агутин? Нет. Распутин? Ну, Распутин так Путин. Но я вам этого не говорил. Пойдем, дядя. Не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.